Добрый день, меня зовут Лысинок Евгений, я директор туристической сети Viking Touristic. Приглашаю вас на инспекцию отеля Grand Prestige. Хотите быть в курсе последних новостей в мире туризма? Подписывайтесь на мой канал. Видно тебя. Жар птица ходит возле отеля. Ресепшн отеля. Поднялись на крышу отеля, с нее открывается вид на весь отель, на территорию. Вот, ну, вот, не надо. У отеля есть несколько водных горок, рядом находится водоем. Вот он. Море. Есть несколько для игры в теннис. Здесь вот детская площадка, ее не очень видно, там детки бегают. Номер 514, стандарт. Максимальное 2+1, ковровое покрытие. Есть чайный уголок, плазменный телевизор, балкон небольшой, два стула, столик и вид на море и на территорию. Здесь у нас ванна и душ. Белая, чисто все, аккуратно. И есть такая еще вот фишка, видите, щипчики для выпрямления волос. Прикольно. Мы с вами прибежали на детскую площадку. Посмотрим, что здесь есть. Детские качели. Это кто? Привет! Хорошая площадка для детей. Нет, я не хочу. Возле отеля есть озеро. Вот оно находится справа. Возможно, могут быть проблемы с комарами, потому что, скорее всего, оно пресноводное, а мошкара как раз-таки в воде и разводится. Вот они, теннисные корты, 4 штуки, вижу. Мы сейчас с вами территорию по кругу оббегаем. Она небольшая, компактная. Есть баскетбольная площадка для любителей баскетбола. Тут же ресторан напротив находится. Весь в зелени. Смотрите, мы добрались с вами до амфитеатра. Сейчас постараемся еще успеть его снять, что там. Нас встречает жар-птица, сидит прямо на стене. Порадуй нас, жар-птица, открой хвост.
Вот он, амфитеатр, где проходит вечерняя программа. И вот наша птичка.